Нигула – это небольшая деревня, расположенная в волости Ляйна-Нигула в Эстонии. Здесь находится лютеранская церковь, посвященная святому Николаю, покровителю моряков и детей. Церковь была построена в 17 веке и с тех пор является важной частью местного сообщества. Сама деревня довольно тихая, ее окружают холмы и пышные леса. Люди, живущие здесь, дружелюбны и гостеприимные, и всегда рады поделиться с гостями историями о своей культуре и традициях.